Друзья, в 60-е годы твист обозначил новый, более свободный дух советской жизни. Он транслировал простую энергию радости и даже легкое разгильдяйство. 20-летний Муслим Магомаев стал пионером этого жанра. На сцене Вячеслав Моралин «Шагает солнце по бульварам». Я живу мечтой одной,
поцелуя. Я сегодня обвинён. Я сегодня обвинён. Я сегодня обвинён. Громкие аплодисменты, дорогие друзья. Твист о Москве, да это просто возмутительно. Лучший город Земли попал не в милость. Но в октябре 1964 года легкомысленный мотив композитора Арно Бабаджаняна на слова Леонида Дербенева в исполнении молодого Муслима Магомаева зазвучал с эстрады и по радио в полную силу. Песня стала еще одной визитной карточкой Магомаева. «Время идет». А на радиостанции все звучит эта ликующая песня, наполненная счастьем и любованием, пропитанная духом того времени. Игорь Моралин, лучший город Земли. Встречаем аплодисментами! В нашем городе светло, над вечерней рекой, и мечтал до зари, друзьями ты не бродил. По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город Земли. Песня плывет, сердце мое. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях под шик голубых площадей. Песня плывет. Помнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город Земли. Песня плывет, сердце мое, эти слова о тебе. Следующая песня – это ударный номер любого концерта. И все вы эту песню, конечно же, знаете. Муслим – это певец, который своим мастерством превращает песни в праздник. И действительно, в наше время ни одно празднество без этой песни не обходится. И песня эта называется «Ах, это свадьба». И исполнит для вас ее Елизавета Пранцихина. Встречаем громкими аплодисментами. Тишина. Ах, это
Ваши бурные аплодисменты, такая зажигательная, яркая песня с такой же зажигательной и яркой исполнительницей. В 1969 году Магомаев представил публике песню «Синяя вечность», где выступил и как композитор. Причем сначала он написал музыку, а слова к ней певец предложил написать Геннадию Козловскому. Услышав мелодию, тот сначала придумал первую строчку «О море, море», а потом родился и весь текст, в котором авторы сознательно сделали отсылку к повести Александра Грина «Алые паруса». Алексей Пономарев. «Синяя вечность». Рассвет пробуди сердце как друга, море встречает сердце как песня, летит из груди. Такие, как он, Муслим Магомаев. Он обладал как